Цирк на Цветном бульваре по-алтайски. На одноименной улице в барнаульском поселке детские качели, горка и песочница стали поводом для вражды между соседями. Мой коллега Антон Скаль узнал причины. Такие словесные перепалки на улице Цветной бульвар в поселке Октябрьский почти каждый день. Причина – это детская площадка, а точнее место, где она расположена. Клочок земли между забором семьи Толкачевых и проезжей частью, по мнению большинства жителей, лучшее место для детской игровой зоны. Мы с первым делом завезли песок, приобрели горки и качели. Ну, успели поставить только горку. Николай Толкачев против того, чтобы на улице рядом с домом играли дети. Свое недовольство продемонстрировал делом. Попытался сам выкопать конструкции. Говорит, юридические основания для этого есть. Было заключение о сносе этой импровизированной площадки. Почему? Потому что были нарушения по собранию, незаконное признали, как в прокуратуре, так и в самой администрации. То есть мы подали заявление, там рассмотрели. И теперь люди просто не хотят убирать эту площадку. Точку в споре предстоит поставить Власихинской районной администрации. Как заявил ее глава Юрий Асеев, действительно, сейчас площадка установлена незаконно, близко к дороге, а это опасно. Еще раз говорю, если эти жители захотят, нужно обратиться к нам в администрацию, мы с ними все проработаем, выйдем на место, подскажем все пути, как пойти все правильно, чтобы это было законно, чтобы ничьи права не были ущемлены. Вот этот участок находится буквально в 100 метрах от самодельной площадки. И по мнению семьи Толкачевых, именно здесь должны располагаться и горки, и качели, и в целом вся детская игровая зона. Согласятся ли с этим другие жители, пока вопрос открыт. Остается надеяться, что здравый смысл восторжествует. Войны соседи прекратятся, люди найдут компромисс. А детям будет место, где играть. Антон Скаль, Анатолий Фукс, новости.